Какие книги вы могли бы взять с собой на необитаемый остров? Ваш личный топ-5. Ну, в пределах 5, наверное, надо взять, что называется, на все случаи жизни. Там, например, что-нибудь такое, что называется, вообще так вот, что навсегда и для вечности. Это, конечно, надо было бы взять Евангелие, хотя бы одно. Если что-то такое вот для тренировки мозга, аналитики и всего остального, это что-нибудь из Достоевского. А что-нибудь для развлечения, ну, наверное, я бы здесь, пожалуй, Агату Кристи взяла бы. Это вот для развлечения, для отдыха. Ну и, я не знаю, еще может быть какая-нибудь парочка каких-нибудь классических вещей из 20 века, что-нибудь поэтическое, типа Есенина, Блока, вот что-то такое. И, конечно, Пушкина, ну хотя бы чуть-чуть. А у вас есть какая-нибудь любимая цитата или афоризм об учителях? Это я знаю только одну, и причем она, мне кажется, очень мудрой. Это цитата китайского философа Лао Цзы. Он сказал однажды, что учитель приходит тогда, когда ученик готов. Имеется в виду, что если как бы вот у человека не сложилось с хорошими учителями, не встретились, значит, не готов. А если приходит хороший учитель к ученику, он приходит только в том случае, если ученик, видимо, каким-то образом личностно, персонально вот готов к встрече с таким учителем. Мне кажется, это очень правильно. С какой исторической личностью вам хотелось бы встретиться и побеседовать лично? Какие вопросы вы бы спросили? Я однозначно могу сразу сказать, Петр Первый. Mm-hmm. Это однозначно. Я так и подумала. Я фанат Петра Первого, просто фанат. Да, да. А какие вопросы вы могли бы задать? Я один единственный вопрос ему задала бы, что нам делать вообще, как из этого, из всего, вот из того, в чем мы оказались, вот как из этого вообще выбраться и что нам сделать, чтобы вернуть опять адекватность в жизни, величие государства. Да-да-да, вот только этот вопрос. Если бы вы стали министром образования в России, то что в первую очередь вы бы изменили в нашей системе? Ну, он животрепещущий вопрос-то. Во-первых, надо вернуть в Министерство образования специалистов, то есть учителей. Там же не пойми, кто сидит вообще. Вот. То есть образованием должны руководить люди, которые сами из образования пришли. Вот это, без этого ничего невозможно сделать. Ну и потом, наверное, я бы все-таки каким-то образом продумала систему, такую организацию образования, чтобы вернуть в школу мужчин. Потому что то, что у нас происходит в воспитании, это все так или иначе, это нам привет из женской школы. То есть в женской школе практически сплошные женщины, и они воспитывают... Ну, раз они одни там, они по сути становятся весьма агрессивными созданиями. Ну, как когда женский коллектив вот один, никак без всяких включений, да, противоположного пола, у женщин начинает развиваться агрессия очень сильная. Она может быть креативной, но это агрессия. И вот такие агрессивные женщины воспитывают агрессивных девочек и абсолютно забитых мальчиков. После чего мы что получаем? И это длится много-много поколений, и это категорически неправильно. Поэтому либо это нужно возвращаться, кстати, в Великобритании до сих пор есть такие школы, либо надо возвращаться к раздельным школам, где мальчиков учат мужчина, а девочек – женщина. До сих пор опыт такой есть. Почему-то мы вот, когда совершенно бездумно берем опыт Запада, вот какие-то моменты мы когда аккуратно обходим. Вот как раз вот интересные моменты, которые могли бы сработать в плюс, мы почему-то так обходим, замалчиваем и игнорируем. А там ведь до сих пор есть школы в современной Великобритании, где идет раздельное образование. Отдельно школа для девочек и отдельно школа для мальчиков. Вот или к этому надо приходить, или, оставляя смешанное образование, нужно создавать условия, чтобы мужчина был заинтересован в работе учителя. Ну, это естественно там и материальное, и возможности профессионального роста, и престиж. В общем, чтобы мужчина чувствовал, что его есть за что уважать, чтобы его ценили в семье. Понятно, что это не та система, которая сейчас в школе. Вот это надо сделать обязательно, потому что мы теряем систему гендерную, мы ее просто теряем, она разрушенная, она перекошенная, вся она искаженная.
Вот, а это приводит к последствиям дурным во всех остальных сферах.